Обычно будни этих людей проходят в салонах отделочных материалов за разработкой дизайн-проектов, а также в помещениях, где проходит ремонт. В этот вечер все по-другому. В торжественной обстановке с имперским размахом уже 7-й раз проходит бал чемпионов. Топ-100 создателей высокой моды в интерьерах, дизайнеров и архитекторов Челябинской области и Казахстана. Я бы хотела начать с того, чтобы пожелать вам всем любви. Каждый из вас, когда вкладывает любовь в свое творчество, он это создает на века. То, как сегодня человек чувствует себя, это, наверное, прежде всего, где он пребывает. Если у него есть настроение великолепное, наверное, там он, где пребывает, в том помещении сделано все так органично, да, все так взаимосвязано, все красиво. В доме, в офисе, на работе, на заводе, на фабрике. Если там красиво, там чувствуется рука архитектора, дизайнера. Даже в праздничный вечер дизайнеры не перестают присматривать для своих проектов подходящие элементы, предметы, детали и цвета. Люди сейчас все больше и больше путешествуют, и они хотят создавать, как минимум, уют и теплоту в своем доме. А когда ты уже живешь в такой красоте и уюте, то ты хочешь создавать это и на рабочих местах. У нас даже много заказчиков, которые заказывали себе квартиру или дом, а после этого они уже переходят в офисные пространства, мы им проектируем, или даже заводы. То есть люди уже понимают, что красиво должно быть везде, и это очень хорошая тенденция сейчас. Этим вечером на сцену выходили не только дизайнеры интерьера, но и их коллеги из области моды. Архитектура и мода, они друг без друга вообще не могут жить. Мы же дизайнеры, мы же знаем эти все принципы золотого сечения и все такое. Поэтому мы их используем в своих коллекциях. Коллекция посвящена весне. Это все такое летящее, органза, шифон. В показе от салона Максимода экстравагантные деконструктивные линии и асимметрии, любимые представителями творческих профессий. Кстати, на подиум в качестве модели вышли, собственно, виновники сегодняшнего торжества, известные архитекторы и дизайнеры. Работа архитекторов и дизайнеров только со стороны может показаться сплошным творчеством. Ответственность, терпение, расчетливость, коммуникабельность и пунктуальность – вот далеко не полный список качеств, которые необходимы специалисту. И это не считая профессиональных навыков. Поэтому для представителей этой профессии так важны достойная оценка и признание.